Здравствуйте, друзья! Вы на канале Честный Аукцион. Сегодня у нас шестая серия сериала «Дедушкина коллекция банкнот». Также будет что-то новое и интересное. Вначале у нас здесь американские доллары Конфедерация, только не настоящие, а такие вот копии, репринты. Как угодно можно называть, но это копии. Короче, такие вот фантики. Так. Дальше у нас идет Куба. 5 песо. Это деньги такие вот выпускались для иностранцев. И они потом их заменили на конвертируемый песо. Так, дальше у нас Куба 1 песо 2003. Это для кубинцев. Такие вот банкноты. Это у нас 60-й год. Эти постарше и подороже будут. Ну, доллар от 5 до 10 долларов. Тринидад и Тобаго 64-й год. Ну, также будет несколько долларов. Старенькая. Коста-Рика. Суринам 1000. Суринам 2000 гульден. Вот это да. Таких даже не встречал. 2000. Тысячу встречал. Так, 1000 будет, наверное, около 5 долларов. А 2000, возможно, даже 10. Какой-то год. 95-й. Это редкий экземплярчик. Киргизия. Наборчик банкнот. Тыины. Казахстан. 3 тенге. 93. Филиппины. Вот это редкий экземплярчик. Очень редкий. Пол песо. Круто. Вот это может стоить от 5 до 10 долларов. Какой же это год? Непонятно. А вот 1940, по-моему, пишет. Так затерто. Еще с дырами. Так, Саудовская Аравия. Кстати. Новость в тему. Не так давно в Саудовской Аравии была выпущена новая юбилейная памятная банкнота. 200 реалов. Да, красиво. Посвящена программе «Видение королевства 2030». Ну вот 2030 есть по центру. Ну красиво придумали. Ничего не скажешь. Так, ну вот это такие вот старенькие реалчики. Индия, 1 рупия. Пакистан, 1 рупия. 5 рупий Пакистан. О, Индонезия, 10-25 сен. 47-й год. Вот это редкие экземплярчики. Они будут стоить где-то от 5 до 10 долларов. В зависимости от состояния. 61-й. Ну, это подешевле. Это может... Доллар, два, три. Такие вот. 68-й. 61-й. 77-й. Или какой-то. 92-й. Китай. Эти все недорогие банкноты. О! 1 рубль 1922 год. Да, состояние, конечно, не очень. Но даже в таком состоянии, думаю, около 5 долларов его цена. И еще 1 рубль. И еще 1 рубль.
Вот это что-то непонятное. Эйнбрут. Это что-то. Один хлеб. Карточка какая-то на хлеб. 41-й год. Ага, это времена войны. 20 какой? 1 июня? Что-то непонятно. Но это похоже бельгийское. А вот это Португалия. 10 центаву. 1917 год. Ну, конечно, такая уже ветхая, что капец. Едва держится куча. Да. Так, это у нас нотгильды французские. Регион Прованс. 50 сантимов. 22-й год. Французские обычные, я смотрел, где-то стоят по 3 евро за штуку. Один франк, тоже Прованс. Это что у нас? 21-й год. Здесь 25-й пишет. 21-й, 25-й. Не знаю, тоже какие-то нотгильд. Это Париж нотгильд. 18-й, по-моему. Нет, 20-й. Такая уже была когда-то. И такая была, один франк. 22-й год. Париж. 5 франков. 43-й год. Это хорошо сохранилось более-менее. Хотя тоже есть отстепли, дыры. Чехословакия 1 крона. Кто-то разрезал. 19-й год. Да. 10 крон. Это Швеция. Это будет по доллару в таком случае. Хотя даже меньше. В прессе она около 2 долларов стоит. Британские. Специальный ваучер для армии. 50 злотых Польша. Такие вот. Бельгия. 1 гульден, 38-й. Хорватия, 5000 динаров, 92-й. Ну вот это будет стоить, может, несколько долларов, может, 3 доллара. Люксембург, 20 франков, это тоже где-то доллара 3. И Австрия, 20 шиллингов, 50 шиллингов. Такие вот банкноты. На сегодня все. Встретимся на аукционе. С вами был Василий, честный аукцион. Пока-пока.